очень рад видеть всех на нашем первом Гамадее в этом году. Значит, единственное, что я хотел важное сказать, что мы перешли на новый качественный этап. И это серьезность этого момента я хочу до всех членов лаборатории донести. То есть у нас первый год ушел на создание лаборатории, второй год, когда мы вступили, должен быть посвящен ее закрытию. Да, то есть мы сейчас усиленно готовимся к закрытию, да, но с целью предотвратить это закрытие. То есть нам нужно показать, что то, что мы делали до сих пор, на что мы нацелили, если это цели реальные, достижимые, отчасти достигнутые, и поэтому этот проект имеет смысл продолжать дальше. Тогда идет за то, чтобы в той или иной форме это продлилось. Я вчера был на физтехе и делал доклад на ученом совете физтеха. Я разговаривал с руководством, с ректором. Значит, желание руководства большое, чтобы наша лаборатория существовала и дальше. Нам готовы оказать всякого рода поддержку, но есть некоторый пункт, который принципиален. Для того, чтобы получить продолжение, нужно как минимум выполнить те пункты, которые стоят в нашей программе минимум. То есть то, что мы должны сделать. Значит, самое главное требование, которое требуется, это публикации в передовых научных журналах. Ну, там, к сожалению, есть некоторые разбивки по публикации вообще и публикации следующих ученых, то есть со мной. Значит, и публикаций много. Вот, 11 штук. И они все уже должны быть как минимум приняты в печати к моменту отчета. Где-то в зиме, к концу осени, нам нужно показать эти 11 публикаций моих и еще, наверное, не знаю, 5 раз столько во всей лаборатории. То есть это накладывает ответственность на, не только на меня, понятно, что я вступаю в 90-90. Значит, это я эту проблему разбираюсь, но хочу обратить внимание, что значит, любая действие в этом направлении очень важно. Кроме того, очень важный пункт это всякого рода защиты. Я уже на эту тему говорил, что каждый лаборатории должен быть неким вижен, чего он достигнет к концу этого года. Значит, я бы хотел бы знать, как бы не обязательно на прямом голосовании сейчас, но в самое ближайшее время, кто планирует защитить дипломы. У нас есть отдельная статистика по дипломам, отдельная статистика по диссертациям кандидатским и подобным. Вот. Поэтому, значит, кто планирует в этом году не просто предоставить диссертацию, но ее и защитить, должны в самое ближайшее время себя обязать. Самое обязать, кто себя самое не обяжет, тому придется это спускать все. Да. Но лучше добровольно. То есть это очень важный показатель нашей деятельности. Значит, последнее, что я хотел бы сказать, объявление, значит, если кто не получил, сейчас мы. То есть у нас будет два курса в ближайшее время. Один начнется уже через неделю, по-моему, Молчанова на вышке со финансом и экстремальным значением. Очень интересная математика. Я бы с удовольствием сам бы ходил, но, к сожалению, не могу. Обращаю внимание, что это интересно. А в конце апреля будет курс с Арвом Деге по машин лернингу. Естественно, одна из мировых знаменитости, тоже просьба активно участвовать. И у нас планируется на середину мая выезд в Берлин. Значит, все члены лаборатории, кстати, подразумевается, что они по возможности в этом мероприятии участвуют. Значит, не все, естественно, попадут в программу, но это в данном случае не так важно. Важно, что есть возможность выехать и встретиться с моей берлинской группой. Вот. Значит, собственно, конференция будет эти два дня, но, значит, желающие приглашаются приехать на несколько дней, на целую неделю, например. Это каждый должен решить индивидуально, значит, порядок оформления очень простой. Все лаборатории едут как бы в командировку, они на каждое приглашение. И оформление
через Ирину, как всегда, просто как командировка, которая вот, оплачивает все расходы, включая лор-взнос. И мы должны в самое ближайшее время определиться с составом и с программой. Поэтому просьба прояснить как можно скорее. Значит, состав ответит надо Наталье Брайан об участии, а по поводу программы этим занимается Эмма Дмитриевич. Он будет составлять совместную программу и со стороны Москвы, и со стороны Берлина. Хорошо, значит, я свою маленькую вступительную часть кончил. Я, значит, перехожу к научной программе. Сегодня у нас ремайотей как раз очень характерно показывает смену нашего вектора и нашей фазы. Если раньше мы всегда слушали выступления, так сказать, ведущих специалистов, то в этот раз это будет исключительно выступление студентов и аспирантов, собственно, немножко тематическое.